Проект «Читай быстро» представляет главные книги Натаниэля Поппера «Цифровое золото. Невероятная история биткоин». Жмем на кнопку «Подписаться» и сразу к 10 основным фактам. Дисклеймер. Мы не оцениваем качество идей и смысла в книгах, мы просто делаем обзоры. Факт номер один. Биткоин – это простой и элегантный способ хранения и передачи денег. Несмотря на колоссальную концептуальную сложность, биткоин достаточно прост в понимании. Это ограниченный ресурс, первый за всю историю человечества, который можно мгновенно с минимальной комиссией отправить любому человеку. Биткоин появился в идеальный момент. Деньги не подвержены инфляции, защищенные и сохраняющие ценность сквозь столетия – утопическая идея. О возможности создания собственных вечных денег мечтали диссиденты, тираны, революционеры, но до биткоина в мире правил доллар. Стоимость биткоина будет сравнима с общей стоимостью всех богатств мира. Именно такую амбициозную идею ставили перед собой ранние разработчики биткоина, таинственный Сатоши Накамото, Хэл Финни и другие. По расчетам энтузиастов, если биткоин будет принят как единица взаиморасчета в мире, его стоимость должна составлять от 10 миллионов долларов США. Сообщество отправить большого брата на свалку истории. С одной стороны, создание новых денег кажется странным и бессмысленным заданием, ведь есть доллар, золото, зачем еще что-то придумывать? Однако потенциал биткоина значительно больше, чем у фиатных денег. Пятый факт. Никакой центробанк не сможет обесценить биткоин. Изначально Сатоши не акцентировал внимание на борьбе с центральными банками стран, однако биткоин появился спустя всего пару недель после серьезного скандала на американских биржах, когда для спасения очередного раздутого банка были выделены миллиарды долларов. Шестой факт. Пицца стоимостью 630 миллионов долларов. Первая коммерческая транзакция в сети биткоина была 10 тысяч BTC, актуальная стоимость которых около 630 миллионов долларов. Это была самая дорогая пицца за всю историю человечества. Биткоин шагает по миру. Следующим логическим этапом развития сети биткоина стало создание бирж, на которых пользователи и майнеры могли обмениваться фиатными деньгами и первой криптовалютой по рыночному курсу. Восьмой факт. Биткоин изменит мир, ни у кого не спрашивая разрешения. Идеалистическая картина внедрения биткоина всех окрыляла. В мире с единой валютой не будет войн, права собственности будут надежно защищены. Отпадет необходимость в грабежах и большинстве имущественных преступлений. Наркотики и биткоин. Там, где есть анонимность, всегда есть интерес у криминальных элементов. Вскоре биткоин стал основным платежным средством для покупки героина, кокаина, поддельных паспортов, оружия и других запрещенных товаров. Заключительный факт. Основная идея биткоина – сберегательная функция. Сегодня основной интерес к BTC – сохранение капитала, защита от инфляции своих активов. Возможно, в будущем еще будут придуманы другие способы применения цифрового золота. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книги вместе с «Читай быстро».